Украинско-ракетное соединение ждут большие перемены. В 2016 году начнутся работы по перевооружению дивизии. На смену межконтинентальной баллистической ракете «Тополь», разработанной 30 лет назад, придут комплексы нового пятого поколения «Ярс». Его технические характеристики засекречены. Известно лишь, что новая ракета летит до 11 километров, а ее боевая мощь, как говорится, соответствует поставленным задачам. Минобороны страны заявляют, что комплекс пятого поколения способен преодолевать и существующие, и перспективные системы противоракетной обороны противника. Отмечу, что процесс перевооружения Ишкаралинской дивизии будет не быстрый. Сначала военнослужащим ракетного соединения необходимо будет пройти обучение, затем провести еще ряд подготовительных работ, а инфраструктуру полков усовершенствовать. Полностью перевооружение всех дивизий РВСН завершится к 2021 году.